А в начале данного видеоролика я бы хотел порекомендовать вам канал Клин ТВ Блок Страйк. У этого парня очень крутые видосы, так что подписывайтесь на него. Ссылку на него я оставлю в описании. Приятного просмотра. Не впадайте в шок, с вами Гербушок. Всем привет, ребята! Добро пожаловать! Вы на моем канале. Это заключительная часть про историю Йобы. Ребята, помните, чем закончилась вторая часть? Приятного просмотра! Все, что он когда-либо имел, исчезло из-за нескольких ящиков, которые какой-то дебил выставил на дороге. Он потерял коллектив. Во время аварии его лицо было сильно разбито. От операции он отказался и зашил лицо сам себе. Он сошел с ума. Когда Аркадий открыл дверь в будущее, через 20 лет ему пришлось закрыть эту дверь, потому что он забыл о главном, о семье, о друзьях, о своих учителях из приюта. Он забирал всю прибыль, которую получала его организация на работе. Он выглядел после аварии так. Те ящики на дороге выставил его лучший друг, коллега по работе. Он завидовал Аркадию, и вот к чему это привело. За 13 лет до аварии вот так они выглядели. Они были моложе. У них были большие планы на будущее. Они видели этот мир открытыми глазами. Но со временем друг Аркадия, Сергей, начал готовить гадкие планы против него. В итоге ему удалось это сделать, устроя аварию на дороге. Но после аварии, по отпечаткам пальцев, полицейские поняли, что аварию устроил он. И в итоге он попытался покончить жизнь самоубийством. И у него это не получилось. Нет, это не потому, что он не хотел сидеть в каталажке ближайшие 6 лет, а потому, что он понял, какую ошибку он сотворил, и его посадили. И да, Сергей сел добровольно, сознавшись в покушении на убийство Аркадия. Вскоре он вышел. Аркадий простил ему это. Но шрамы на его лице напоминали каждый день его семье об этой катастрофе. И да, Аркадий ушел с работы, потому что там его ничто не держало, и его все называли Йобой. Он прожил довольно счастливую жизнь. Он сейчас продает керамбиты в лавке на плейграунд и бухает во дворах с Сергеем. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравился данный проект. Давайте наберем 150 лайков, и я сделаю новый. Всем пока!